Дагестан заключил 10 договоров и 45 соглашений с 44 субъектами России. Об этом говорили сегодня на коллегии Министерства по национальной политике. Так, за прошлый год подписали 8 документов о сотрудничестве с иностранными государствами. Среди них Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Иран. Также действуют международные соглашения республики с торгово-промышленными компаниями Турции, Германии, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов. Представительства Дагестана в разных странах оказывают поддержку этническим дагестанцам. Всего у нас насчитывается более 50 общественно-культурных объединений. Сотрудничество наши с субъектами Российской Федерации, другими странами, должны носить многоплановый и взаимовыгодный характер. И, естественно, такое сотрудничество должно осуществляться через наше представительство, через наши структуры, которые в этих субъектах Российской Федерации и зарубежных странах присутствовали и работали.